Если бы человек зависел от своей фамилии буквально... Риверс! Здравствуйте, мои любимые ученики! Прошу прощения. Так, ботанички тут? Его нет. Он прогулял? Жоп Ивановна, будьте с ним нежнее. Это его первый раз. Мой тоже... Молчунов, ты заговорил? А ну скажи еще что-нибудь. Цой жив! Мой ученик! Собачкин Гав? Мяу. Собачкин, не Котов. Мяу. Собачкин, ты что, замяукал? Кажи, сегодня дождь пойдет. Ну, я надеюсь, хоть трезвички не пошел бухать. Вы не поверите, жопа Ивановна. Сегодня точно пойдет дождь. Есть? Yes. Миша, фу, что ты за химию ешь? Давай лучше я тебе нормальную конфету на палочке сделаю. Вот, давай. Все просто. Нам нужен сахар кусковой, зубочистки, вода и крышечка железная. Берем ложку, кладем на нее сахар, затем берем немножечко водички и наливаем на сахар. Включаем плиту, только осторожно. И нагреваем сахар до тех пор, пока он не станет золотистым. Смотрите, ребята, наш сахар стал золотистым. Теперь выливаем его на крышечку. Теперь ждем, пока она застынет. Все, ребятки, наша конфетка застыла, а теперь мы просто нажимаем на дно крышки, и она сама отваливается. Вот, Миш, держи. О, какая вкусная. Ну вот, ребята, все просто. Пробуйте. Всех люблю, всем пока! Как уговорить маму не пойти в школу? 3 раза кашлянуть и 1 раз чихнуть. Целый вечер тереть нос и рано лечь спать. Всю ночь играть в Бравл Старс, чтобы к утру покраснели глаза. Съесть 3 огурчика и запить тепленьким молочком. Так, дорогие мои, кто поможет маме сегодня, тот получит... ММДМСи. Конечно, не Сникерс, но все равно. Нужно посуду из одного шкафа в другой унести. Мы этот шкаф продавать будем. Так, кто возьмется? О, мам, мы с сынулей готовы. Хорошо, старший и средний давайте. Ну, а тебе я куплю, ну, не знаю, Марс. Я хотел ММДМС. Так, дорогие мои, кто... Почему Том всегда? Вау, ребята, посмотрите, что это. Это вот такой японский напиток, здесь все написано на японском, и он очень необычно открывается. Форма бутылки очень странная. Давайте его открывать и пробовать. Здесь нужно будет как-то ударить по бутылке, и туда будет падать какая-то таблетка. Но сейчас мы с вами посмотрим вообще, что там. Теперь мы должны засунуть вот эту штучку сюда. О май гад! Ребят, ну а вкус это обычный лимонад, и это не стоит 300 рублей вообще. Нет. Ну почему? По кочану. Так а что? Куриная как что? Иди уроки делай. Ну вот ты меня даже не слушаешь. Ну солнышко мое, ну как это я тебя не слушаю? Я спросила, а можно я в телефоне посижу? Я говорю нет. А ты говоришь, а почему? А я говорю, а по кочану. А ты говоришь, а что мне теперь делать? А я сказала, уроки иди делай. Откуда? От верблюда. Миша, даю тебе 2-й шанс, выбери тачку. Окей, давай. Audi или Toyota? Audi. Audi или Nissan? Audi. Audi или Volkswagen? Volkswagen. Volkswagen или Mercedes? Mercedes, конечно. Mercedes или Hyundai? Mercedes. Mercedes или BMW? Блин. Ну, давайте BMW, брысь Mercedes. Взлетаю. Миша, даю... Trust me, darling. Trust me, darling. So look me in the... You see, perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape it, but I don't wanna fake it. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Так, космос. Мама, можно погулять? Нет, ты наказан. Ну, блин. Настя, как сделать так, чтобы мама меня отпустила погулять? Она говорит, что я наказан и отпускает меня. Смотри, берешь эти бумажки и рвешь их при маме.
Спасибо. Мама, можно я пойду погуляю? Что ты сейчас сделал? Кто тебе это сказал сделать? Ну так ты отпустишь меня погулять? Нет. А Настя сказала, что если я порву эти бумажки, то тогда ты меня отпустишь погулять. Ах, Настя, значит. Настя, иди-ка сюда. Ну ты меня погулять-то отпустишь? Мама. Так, сестра, подставляет сестру. Девушка, вы так прекрасны, как мой учебник по геометрии. Спасибо. Можно с тобой познакомиться? Нет. А давай сегодня в 6 около стадиона. Кать, привет. Привет. Я с таким только что парнем познакомилась. Серьезно? Красивый качок, машина своя. Может, ты найдешь? Давай. Я просто в тебя втюрилась, трескалась, крашилась. Go, daddy, go. We got to gain a hope. Go. Хлоп-хлоп, мы с тобой топ-топ. Парень, у тебя есть пару минут? Ну да, что такое? А ты хорошо знаешь свою машину? Да, хорошо. Давай так, если ты не глядя в нее отвечаешь на все вопросы, что у тебя лежит внутри, то я тебе дарю подарок. Если ты что-то не говоришь, то ты отдаешь мне эту вещь. А, ну хорошо, без проблем. Что у тебя в салоне? В салоне у меня монеты, карта от шлагбаума, пачка жвачек, маленькие игрушечки. Так, не смотри. Зарядка и вода. Открывай. Зарядка есть, вода есть. AirPods ты не назвал? Я забираю их себе. Здравствуйте, я пришла на наласивание ногтей. А сколько вам лет? Васе 16. У меня деньги есть, но мама разрешила. Ладно, окей. Мы будем делать размер ногтей. Самый последний. А, тёть, я опасная чика. Не шевелитесь, пожалуйста. В лампу? А посмотреть? Вау! Ой, кажется, потекло тут. Я же сказала сушить. Да все, все, что вы орете-то? Господи. Ой, это у меня телефон, подождите, пожалуйста. Алло, Дианка? Представляешь, я ногти делаю. Ленюсь и сейчас тебя сфотаю. Ща-ща. Может, уже хватит? А может, еще каких-нибудь стразиков? Здравствуйте. На контрольную у вас осталось 15 минут. Боже, умоляю, не знаю, есть ты или нет, но если есть, пошли мне какое-нибудь спасение. Внимание. Самая надежная подруга с мотором. Лада Приора. Лада Приора. Львиное сердце вместо мотора. Лада Приора. Самая надежная подруга с мотором. Лада Приора. Лада Приора. Львиное сердце вместо мотора. Самая надежная подруга с мотором. Лада Приора. Лада Приора. Львиное сердце вместо мотора. Лада Приора. Любимая наша автопорода. Лада Приора. Львиное сердце вместо мотора. Лада Приора. Самая... Привет, что за трек? Привет, ну, это ж легко. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я, не дома, бэйби. Что привет. За трек? Ты просто в меня втюрилась, втрескалась, украшилась. Не мечтай. Ребят,
Ну а теперь отгадывайте трек вы. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape it, but I don't wanna fake it. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar. Ты чё разлеглась? В школу не собираешься собираться? Мам, я походу заболела. Так, на градусник мери температуру. Через 5 минут приду проверю. О, горячий чай. Так, давай, что у тебя там? Вот, держи. 42 градуса? Татя, мне сегодня звонила твоя классная руководительница и сказала, что ты прогуливаешь школу. Пап, я скоро начну нормально учиться. Ты понимаешь, что если ты не будешь нормально учиться, то ты никем не станешь в этой жизни. Мама, а кто такой миллионер? Просто я им скоро стану. Не неси ерунду, иди лучше посуду помой. Мама, я сегодня заработал 1000 рублей. Наверное, это начало. Опять ты за свое. Забудь об этом. Будешь с отцом огород пахать, не больше. Смотрите, опять этот вузер что-то пишет. Наверное, планы на миллион строит. Ха, смотрите, вот и статус поменялся на более подходящий. Слушай, а ты чё такой грустный ходишь? Да я перестал верить в себя, и мой статус поменялся. Ну так может правы все, но правда, какой из тебя миллионер, без обид? Да пошёл ты! Почему все так со мной? Мне кажется, они не правы. Я всего смогу добиться, и плевать мне на этот статус. Мама, а кто такой миллионер? Просто я им скоро стану. Правда ли действие? Ты постоянно ходишь без друзей, поэтому давай сейчас знакомишься с рандомным человеком, которого выберу я. Так, смотри, ну эта компания зачем на тебя? Так, вон, смотри, девочка одинокая, давай. Привет. Привет. Я тут, короче, поняла, что... Значит, ребятки, раздали нам тетрадки, у меня стоит оценка без точки. Точку надо ставить. На следующий день я ставлю. Нет, вы не ставите. Точка. На следующий день. Не перечь учителю. Ой, я о вас забочусь. Точка. Еще раз на следующий день. Ну, мне, конечно, безумно приятно, но точка где? На следующий день. Хватит. Ну, блин, ну сколько можно? Точка. На следующий день. Да, вот что значит помогать людям. Хоть и двойка, но нет точки. А где точка? На следующий день. Да, а я отличницей была. Но зато учителя научила. Мам, смотри, я купила лотерейные билеты. Дочка, а откуда у тебя деньги? Да неважно, на улице бумажник просто нашла. Мам, а давай...